Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Xiaomi Redmi Note 12S. И сейчас я покажу вам, как добавить Google аккаунт на данное устройство и как его можно удалить. Итак, для этого мы заходим в приложение «Настройки», после чего проходим в раздел «Аккаунты и синхронизация». У нас здесь уже добавлен Google аккаунт, поэтому сперва я покажу, как его удалить. Для этого мы нажимаем на него и нажимаем «Еще». И нажимаем «Удалить аккаунт», нажимаем «Удалить аккаунт», нажимаем «Ок» и подтверждаем это действие либо паролем, либо отпечатком пальца. И таким образом удаляем аккаунт. Теперь, если вы хотите добавить аккаунт, вы делаете все то же самое. Заходите в раздел «Аккаунты и синхронизация» и нажимаете кнопочку «Добавить аккаунт», после чего выбираете Google, вводите телефон или адрес электронной почты. И далее вводите пароль. И нажимаем «Далее». Нажимаем «Далее». Принимаем. И здесь нажимаем «Принять». И таким образом мы добавили Google аккаунт. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.